но рядом отведя беду, накинув белые халаты, как часовые на посту. Несут врачи святую вахту. Белые халаты, вечные солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца. Клятву Гиппократа дали вы когда-то. Белые халаты, чистые сердца. Профессиональным праздником, праздником одной из самых чутких, добрых, жизненно необходимых профессий. Она требует не только глубочайших знаний, но и таких качеств, как милосердие, способность чувствовать чужую боль. С праздником вас, дорогие работники здравоохранения! Сегодня мы поем и танцуем в вашу честь. И поздравляем вас с праздником. И желаем вам здоровья, счастья, любви, неограниченных возможностей для вашей созидательной работы, хорошего настроения. А мы постараемся поддерживать его на протяжении всего концерта. Итак, для поздравления я предоставляю слово заместителю главы администрации Хлевинского муниципального района Алехину Сергею Ивановичу, главному врачу Хлевинской центральной районной больницы Жукову Александру Игоревичу. Мы для вас сделали маленький праздник и немножко форму вашего праздника изменили. Традиционно мы с вами собирались в нашем центре культуры досуга, а там все время командовал Надежда Николаевна Митина. И она говорила, вот тут должны сидеть кто-то слева, кто-то справа. В этот раз мы решили покомандовать сами пришли в школу. А если быть честным и откровенным, ввиду того, что там идет ремонт, мы просто подумали,
кто в школе, вы посидите, вспомните свои школьные годы. Вспомните, как кто-то из вас думал, кто куда будет, когда и в какое время поступать. Кто-то, может быть, хотел быть инженером, кто-то летчиком, а стал доктором. Я считаю, что мы выбрали самую важную, самую нужную и самую востребованную профессию, которая на сегодняшний день есть у нас на белом свете. Говорить можно много. Рассуждать можно много, мечтать можно много. Но надо сказать самое главное. На сегодняшний день формат здравоохранения, который у нас есть на территории Российской Федерации, если быть откровенным, он немножко непонятен вам, он немножко непонятен населению, он немножко непонятен мне. Но это всегда бывает так, когда мы с вами переступаем в какой-то новый, абсолютно новый порог. Я думаю, что через какой-то промежуток времени станет все более прозрачнее, станет все более яснее, вам будет гораздо сложнее, гораздо проще в работе, и пациентам будет гораздо проще приходить к вам и лечиться. А в этот день не хотелось бы говорить ни о каких цифрах, не хотелось бы говорить ни о каких победах и просчетах. Просто в этот день вас всех от души хотелось бы поздравить с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам всем здоровья, благополучия, терпения, побольше заработной платы, поменьше больных пациентов, чтобы пациенты приходили вам только, дарили цветы, рассказывали анекдоты и уходили от вас с хорошим настроением. С праздником вас, уважаемые! Уважаемые друзья, сегодня я стал уже Игоревичем, через год Алексеевичем уже стану. Но меня это радует. Радует то, что вы здесь собрались. Радует то, что я вижу улыбающиеся и радостные лица. Мне, конечно, хочется сказать очень много добрых слов в ваш адрес. Мне всегда было настолько сложно понять медицинских работников, хотя я сам тоже являюсь врачом, как можно сохранять при такой работе улыбки, как можно сохранять оптимизм, как можно сохранять веру, сталкиваясь с какими-то определенными, всегда трудными, иногда непонятными вещами. Ну, раз вы улыбаетесь, значит, жизнь идет, значит, жизнь наших пациентов тоже не остановится. Значит, мы будем оказывать помощь медицинскую так, как мы должны ее оказывать, то есть качественно, своевременно и доступно. Я от лица управления здравоохранения хотел бы передать вам привет, конечно. Многие не попадут завтра на праздник областной, где будет в областном дворце культуры. Ну, кто-то увидит по телевизору какие-то отрывки выступления, кому-то повезло и поедет туда. Я хотел бы вас поздравить с праздником, с правильным таким праздником, с правильным выбором вашей профессии, потому что все то, что вы делаете, это не только вы делаете во благо даже людей, вы это делаете во благо Бога. А это очень важно. Я хотел бы поздравить вас и хотел бы пожелать вам, конечно, здоровья. Я хотел бы пожелать вам удачи, пожелать удачи вашим семьям, пожелать всего самого хорошего, всего самого наилучшего. И оставайтесь, пожалуйста, в строю, пока позволяет вам возможность, пока есть у вас силы, потому что каждый человек, и я понял это совсем недавно, в районе, именно который является, скажем так, участником деятельности здравоохранения, он на вес золота. Любой уходящий – это потеря. Любой приходящий для нас – это радость. Я хочу вам пожелать долголетия, пожелать удачи, пожелать всего самого хорошего и доброго. Спасибо вам огромное. Я буду озвучивать одно, наверное, самое приятное. Сегодня мы награждаем лучших работников нашей больницы, и я надеюсь, что мы поддержим бурными аплодисментами, мы порадуемся за них, за всех, и скажем им большое спасибо за их работу. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»
награждается Свешникова Елена Ивановна, врач-невролог. Елена Ивановна на работе, вы знаете, она у нас одна, единственная, неповторимая, в единственном числе. Знак этот будет вручаться ей завтра в городе Липецке, но вот мы должны это озвучить. Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждается Капаева Татьяна Егоровна за выполнение областного совета депутатов и администрации Липецкой области награждается Нагайцева Валентина Филипповна. Медицинская сестра Палатная. Почетными грамотами администрации Клевенского района награждаются Бондарь Любовь Васильевна, врач-акушер-гинеколог. Участка поступила именно в адрес Елены Вячеславны. Я хочу ей сказать от имени и не только администрации районной, которая оценила ее труд, но и от нас всех, и от врача-терапевта участкового, который ведет ее этот участок. Большое спасибо за вашу работу, за ваш труд. Продолжайте так же дальше. Вязникова Наталья Ивановна, заведующая фельдшерской акушерским пунктом, фамилия Горчевская. За долголетний добросовестный труд за жизнь посвященным людям награждается Резенков Татьяна Ивановна.
Уважаемые коллеги, я осмелюсь вам доложить, что на День культуры села, как и бывает по традиции, это уважаемый доктор, уважаемый человек Клевенского района получит одну из самых наивысших наград Клевенского района за заслуги перед Клевенским районом. Это будет обязательно. Вижу вас редко, скучаю очень, от всей души желаю, да. Если казенным языком два слова сказать, чтобы как можно дольше вы свой нелегкий труд, да, обращали как бы на оказание той самой важной нашей функции, оказание медицинской услуги, как можно дольше никому не приходилось бы оказываться в роли получателя этой так называемой медицинской услуги. И как в том цветке лекарственном растении с народным названием «Мать и мачеха», хоть и трудно, но постарайтесь как можно дольше поворачиваться к людям теплой его стороной. Щербаков Сергей Михайлович, водитель автомобиля Бурского университета. Почетными грамотами Бурско-Клевенской районной больницы награждаются Свистунова Елена Викторовна, врач Александр Александрович, мой тема.
Лилия Елена Александровна, медицинского врача медицинского. Славной медицинской сестре процедурно девичьего кабинета. Лариной Елене Викторовне, медсестре врача общей врачебной практики. Уважаемые коллеги, приказом по ВУЗ Кремльская районная больница в честь празднования Дня медицинского работника объявляется благодарность следующим сотрудникам в количестве 66 человек. Если вы мне позволите, я зачитаю фамилии, имя, отчество, а место работы, должность каждый знает. Объявить благодарность. Щербатых Надежде Владимировне, Золотаревой Людмиле Алексеевне, Прохоровой Галине Михайловне, Панковой Юлии Ивановне, Щербатых Ольге Григорьевне, Сидоровой Надежде Васильевне, Березневой Ольге Алексеевне, Андрюшиной Нине Ильиничне, Худяковой Ольге Николаевне, Юровой Любови Васильевне, Варфоломеевой Галине Михайловне, Неплюевой Светлане Алексеевне, Ивановой Татьяне Викторовне, Марчуковой Ирине Михайловне, Коротких Наталье Алексеевне, Крюкиной Светлане Ивановне, Копенкиной Ларисе Владимировне, Пополитовой Валентине Семеновне, Журавлевой Надежде Николаевне, Пожидаевой Марии Николаевне, Вершининой Наталье Алексеевне, Макаровой Наталье Константиновне, Поляниной Ирине Владимировне, Саниной Галине Сергеевне, Журавлевой Татьяне Алексеевне, Андреевой Светлане Викторовне, Колесниковой Валентине Ивановне, Сычевой Маргарите Александровне, Саниной Галине Александровне, Родионовой Ларисе Викторовне, Кожакиной Татьяне Васильевне, Картуновой Галине Николаевне, Асламовой Ольге Николаевне,
Перцевой Галине Анатольевне, Кретининой Тамаре Ивановне, Коротких Нине Михайловне, Болотовой Лидии Геннадьевне, Косиновой Галине Николаевне, Копаевой Светлане Александровне, Трухачевой Марине Николаевне, Почтовой Татьяне Викторовне, Анохиной Ольге Николаевне, Евтеевой Оксане Владимировне, Пожидаеву Алексею Валерьевичу, Черных Ольге Анатольевне, Удаевой Татьяне Ивановне, Щегловой Любови Дмитриевне, Саниной Любови Васильевне, Кочетовой Валентине Петровне, Шиловой Наталье Николаевне, Удаевой Елене Алексеевне, Пальчиковой Татьяне Алексеевне, Маренковой Татьяне Васильевне, Родионовой Людмиле Викторовне, Журавлевой Наталье Александровне, Ушаковой Вере Николаевне, Черных Любови Васильевне, Ворониной Ларисе Анатольевне, Калмыковой Ларисе Ивановне, Золотаревой Ольге Анатольевне. Все, уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с праздником. Большое спасибо за ваш милосердный, самоотверженный труд. И, уважаемые награжденные, когда вы увидите на своей карточке средства немножко, ну скажем, сумму немножко не совпадающую с вашей заработной платой, не удивляйтесь, пожалуйста, Александр Юрьевич принял решение, каждая грамота будет, в общем-то, ну как, сопровождаться денежным эквивалентом. Поздравляю вас с наградами и праздником. Мои личные поздравления с праздником вам, Александр Юрьевич. Здоровья вам, оптимизма, удачи и настроения. Я вас перекрестила сегодня. Ваш труд и ваше золотое сердце были оценены по достоинству. Мы вас поздравляем с наградами, а наш подарок для вас сегодня – праздничный концерт. И мы надеемся, что у вас останется от него яркое впечатление от всего, что будет происходить на этой сцене. Итак, дорогие друзья, вас поздравляет с праздником Игорь Савенко. Не только рядом плыть, не только рядом плыть все в руку. Возьми в судьбе моей, возьми в судьбе моей раное. Ты для меня теперь, ты для меня теперь главное. Мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода. Ты мое сердце из чистого золота, и ничего дороже нет. Ты мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода. Ты мое сердце из чистого золота, и ничего дороже нет. Я помогу с тоской, я помогу с тоской справиться. Быть небом над тобой, быть небом над тобой нравится. Растают наши дни, растают наши дни вечности. И растворятся сны, и растворятся сны в нежности. Ты мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода. Ты мое сердце из чистого золота, и ничего дороже нет. Ты мое сердце из чистого золота, и я спасу тебя от холода.
праздником вас! Татьяна Гладкова утверждает, что до сих пор цветут сады, и я согласна с Татьяной. Пусть они цветут в вашей душе всегда, а на лице всегда сияет улыбка. Татьяна Гладкова поздравляет вас с праздником! Шила белая, когда цели сады.
называется танец, который вам дарят сестрички кремлевые Даша и Наташа, похожие друг на друга, как две капельки. How am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind. Известный песенный дуэт Евгения Кузнецова и Татьяна Ушакова. Я уверена, что вы знаете их. Встречайте аплодисментами. Отчего у нас в поселке у девчат переполох, кто их поднял с базарана, кто их так встревожить мог. На попытку ездит молодой моряк, грудь его медаля беды якоря. Прямой заказ со двора стали девушки гурьбой. Здравствуйте, сказали хором, черноморский наш герой. Каждый руку жжет он и глядит в глаза, а одна смеется, целовать нельзя. Потихоньку отдыхает у родителей в дому. Хором девушки вздыхают, мы не нравимся ему. Ни при чем наряды, ни при чем фасон, ни в одну девчонку не влюбился он. Всеми откровенно говорит, как проснусь, так сразу море у меня в ушах шумит. Где под солнцем юга?
свою рубашку к 20 ногам. Шелком вышла я, чтобы вышла я замуж за него, за любимого, замуж за него, за любимого. Не купите на золото сердце у девушки, не купите на золото разума. Кому быть дебильно хотя обеспечены, а кому ночки с любимыми на коротать, ночки с любимыми на коротать. Я сломала голову, за кого идти, вышла за богатого, господи, прости. Не смогла я прожить клеткой золотой и ушла, помахав милому рукой. И ушла, помахав милому рукой. Не купите на золото сердце у девушки, не купите на золото разума. Кому быть невинно, хотя обеспечены, а кому ночки с любимыми на коротать, ночки с любимыми на коротать. За своей судьбой ее не будет точно клетки золотой. И не раз повторю старые слова: с милым рай в шалаше пиве шалаша, с милым рай в шалаше пиве шалаша. Не купите на золото сердце у девушки, не купите на золото разума. А кому ночки с любимыми да коротать, ночки с любимыми да коротать. С праздником вас! Медицина – это поистине творчество. И человек, который выбрал себе профессию медика, должен обладать особыми качествами – самоотверженностью, чутким сердцем, добротой. От всех благодарных пациентов вас поздравляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Антонина Артамонова. Как на них не наглядеться, оба парня хорошие.
Интересный коллектив, веселая песня. Встречайте аплодисментами.
еще один прекрасный коллектив, который носит название «Истоки», поздравляет вас с праздником. Синей горою твой замок искрит.
летят цветочной пыльцой, умываются птицы и солнечный бриз. Откинь одеяло, эй, лето, ты со мной танцевать обещала. Это лето поет, поет, это лето нам дарит праздник. Этим летом удачу с собой принесет ветерок проказник. Это лето поет, поет, это лето нам дарит праздник. Этим летом удачу с собой принесет ветерок проказник. Это лето поет, поет, это лето нам дарит праздник. Этим летом удачу с собой принесет ветерок проказник. Это лето поет, поет, это лето нам дарит праздник. Этим летом удачу с собой принесет ветерок проказник. Это лето поет. На сцене маленькая фея, и имя у нее сказочное и редкое – Глафира. Встречайте, пожалуйста, и провожайте ее аплодисментами. Называется песня, которую исполняет Кристина Родионова.
Ты меня повсюду ждал и бродил за мною, словно тень. Прячешь ты глаза, словно робостью навек скован. Сделай первый шаг, будь же посмелей со мной. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Вечер за окном плывет, я закрыла двери, ты со мной. Тает между нами лед, но еще не верю, что ты мой. Губы и глаза ближе, и стуча сердца слышишь. Будь же посмелей, будь же посмелей сейчас. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Которую даете единожды и на всю жизнь. Примите слова благодарности, наши музыкальные поздравления от нас, ваших пациентов. Для вас поет Светлана Пожидаева. Ты мне не делала, как я
трава в росе. Полюбил сперва, разлюбил совсем. Говорят, мне все перемелится, а мне верится и не верится. Говорят, мне все перемелится, а мне верится и не верится. Через реченьку мосток из березовых досок, на пригорочке беседочка. Мне пустых не надо слов, обещали про любовь, а куда бежит река, ой, неведомо. Мне пустых не надо слов, обещали про любовь, а куда бежит река, ой, неведомо. Зерной злой приносит боль, звезды в сердце мне разожгли огонь. А тропинка в лес бежит селится, ты ушел с другой, а мне не верится. А тропинка в лес бежит селится, ты ушел с другой, а мне не верится. А через реченьку мосток из березовых досок, на пригорочке беседочка. Мне в пустых не надо слов, обещаю. Обещание про любовь, а куда бежит река, ой, не ведома. Над водой туман, словно твой обман, пеленой седой плывет пенится, а любовь всегда для двоих одна, на троих одна. Ой, не делится, любовь всегда для твоих одна, на троих она, ой, не делится. А через реченьку мосток, из березовых досок, на пригорочке беседочка. Не пустых не надо слов, обещаний про любовь, а куда бежит река, ой, неведомо. Не пустых не надо слов, обещаний про любовь, а куда бежит река, ой, неведомо. Дорогие друзья, а сейчас для вас поет еще один талантливый и прекрасный дуэт. Татьяна Щербатых, Александр Ляпин. Встречайте! Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали.
сударыня, вино. Все, что случилось, все суждено. Утро в соломе и в пыли, мы с вами главное нашли. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Называется танец, который вам показал танцевальный ансамбль с приветливым названием «Радость». А сейчас на сцене еще одна маленькая участница нашего концерта – Аня Ющенко. Ее оранжевая песенка. Самый свой любимый цвет.
Второе, но третье совсем не.
Смородина. Ну а сейчас на сцене известный, любимый и желанный ансамбль казачьей песни «Раздолье». Пошла заря по кругу собираться к казаку. Он обнял свою подругу, шашку острую свою. Ты прости меня, родная, хоть себя не сбегу. Где умру, я знать не знаю, буйну голову сложу. Ты прости меня, родная, хоть себя не сбегу. Не знаю, бойну голову сложу. Осветил рассвет дорогу на чужую сторону. И решетка за тревогу про любимую страну. Ты прости меня, родная, от себя не сбегу. Где умру, я знать не знаю, бойну голову сложу. Ты прости меня, родная, хоть себя не сберегу. Где умру, я знать не знаю, бойну голову сложу. И сидеть лихому дома, удалому как же быть? От Кубани до дома, вольной волюшки побить. Эх, раздолье в чистом поле, а ветер в пальце до кудри льет. И мы счастливы от того, что сегодня имели возможность сказать вам спасибо за ваши трудовые будни. Дорогие доктора, фельдшеры, медицинские сестры, санитарочки и нянечки, спасибо вам за беззаветную преданность своему делу. Будьте счастливы, здоровья вам, успехов в работе, бодрости духа, оптимизма, всего самого хорошего вам. Вечер новый клуб, ходит с нами модница. Ну а кто из нас ею даже не обмолвится? Печальная, а вчера пришла беда, белою поросшею.
ей сказать все слова хорошие. Люба, руза и коса, парни поселковые, были ее глаза светлого силиковые. Люба, руза и коса, парни поселковые, были ее глаза светлого силиковые. На машине грузовой белую метелицу проезжал казак легко, улыбнулся девице молодого паренька. Стрела голубушка, полюбила казака наша любовь-любушка. Люба, русые коса, парни поселковые, любили ее глаза светло-васильковые. Люба, русые коса, парни поселковые, любили ее глаза светло-васильковые. Люба, русые коса, парни поселковые, любили ее глаза светло-васильковые. Искренне поздравить вас с профессиональным праздником. Мира и добра и радости вам и вашим семьям. Наш концерт окончен. Благодарим вас за внимание. До новых встреч. Ровно через год. Вы за жизнь простую бьетесь до конца. Клятву Гиппократа дали вы когда-то. Белые халаты, чистые сердца, белые халаты, чистые сердца.